Привет. Привет, привет. Жду вот товарища. Шутка. Андрюху ждал. Привет, привет. А вот и он. Я вышла как раз. Я сказала привет, я жду товарища. Так, ну что, получила я ваши письма. Тебе привет, Андрюк. Получила ваши письма. Думаю, что теперь наконец-то появились кандидаты на проект. Вот. Я выбрала несколько человек. И что? И мы договоримся в ближайшее время. Съемки будут где-то 19-20 февраля. Только эти кандидаты пока еще не знают о том, что они выбраны. Буду писать вот на днях. Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет, привет. Куда мчите? Сколько человек? Андрей, привет. Где малая? Привет. Рассказать? Да, на, расскажи. Ну, в общем, малышка наша сейчас у родных. Вот, да, отвезли на выходные к родным. А мы сейчас едем достаточно объемной компанией в загородный дом с баней. Будем там общаться и отдыхать. Вот так вот. Такой у нас досуг. Ой, тут из Пурпе привет передают. Кто? Наталья Карич. Не знаю, уже все. Может, я не так прочитала, конечно. В зал едете. А для кого я рассказывала вообще? Да, еще качки могут ехать. Да, ну, конечно, зал, куда нам еще ехать? Либо спасибо из большое. Зала, два варианта. Будем ли мы перископить в сауне? Будем.